Ну що, ми з вами продовжуємо таке риторичне запитання: що спільного у Джулії Робертс, Шерон Стоун, Періс Хілтон? Це те, що всі вони займаються пілатесом, не дивлячись на своє таке насичене життя, на нестачу часу, все ж таки хочуть залишатися і бути здоровими. Про це і поговоримо, як залишатися нам здоровими в такому ритмі життя, нелегкому, офісним працівникам, тим, хто на місці знаходиться. З приводу цього завітала до нас в гості Юлія Жданюк, професійний тренер з пілатесу. Доброго ранку, ви Доброго завжди ранку. чарівні, завжди позитивні. Спасибі. Отож, як важливо жінкам, чоловікам займатися пілатесом в такому ритмі життя. І взагалі давайте нагадаємо, що таке пілатес, що він нам дає для нашого фізичного здоров'я. Пилатес – это удивительный метод, созданный в начале прошлого века создателем Джозефом Пилатесом. Он сочетает в себе какие-то элементы йоги, какие-то элементы восточных единоборств, какие-то элементы суставной гимнастики, в общем, много-много всего. Это претерпело некоторые изменения. Сейчас это очень целостная система, которая позволяет восстановить функциональность вашего тела, то есть получать удовольствие от жизни, чтобы ваше тело не мешало вам жить. Тобто таке поєднання, да? Да. Скажіть, як розпочинати? Хто може долучатися до пілатесу? Кому може якісь протипоказання, тому що все ж таки нагрузка, да, є на наш організм? От як розпочинати займатися цим? Дело в том, что пилатес очень широко используется как реабилитационная система. Он очень показан при различных проблемах, например, с позвоночником, поскольку он очень благотворно влияет на состояние суставов и позвоночника. Может восстанавливать после травм, после там каких-то заболеваний. Но всегда нужно понимать, что действительно это нагрузка, и просто нужно выбирать свой уровень нагрузки, потому что, в принципе, есть уровень, при котором это достаточно высокая атлетичная нагрузка, но фактически можно получить КМС, занимаясь Ух ти, ну такой. А що робити з регулярністю тренувань? Тому що от ми сьогодні це говоримо в контексті зайнятості, от як регулярно треба Вы займатися? знаете, человек всегда найдет время тому, чему он действительно хочет. Это не простые слова, это факт. Вот. Более того, для того, чтобы привести свое тело в норму, в нормальное состояние, много времени на самом деле не нужно. Просто нужно не лениться, хотя бы 10-15 минут в день, я думаю, каждый из нас может выделить, и не выпить лишнюю чашку кофе. Или кто еще до сих пор курит, ужас, не покурить сигарету. Не модно це зараз, так? Вот, да. То есть выделить 10-15 минут, я думаю, каждый человек в состоянии. Мы просто совсем не задумываемся о нашем теле, мы используем вот эту биологическую машинку абсолютно неразумно. Вы понимаете, у кого есть автомобиль, если вы заливаете бензин непонятно какой, что будет с вашей машиной, вы же за нее будете очень переживать. Почему вы не переживаете за эту машинку? Тим більше, Странно. що там цілий день сидимо, не дивлячись на свою спину, на свою осанку, а це ж все воно дається в знаки, так? Да, От потім совершенно верно. фізично. Положение сидя – это самое сложное для нашего позвоночника. Нагрузка самая большая именно в положении сидя. Более того, в сегодняшней современной реальности мы все пользуемся какими-то гаджетами, и у нас у всех выдвинута голова, как правило, вперед. Возрастает колоссальная нагрузка на шейный отдел позвоночника, и, например, просто наклон головы вперед и очень интересное что-то в телефоне, плюс 27 килограмм, плюс 27 килограмм на шейные позвонки. Наша голова в среднем, ну, зависит, конечно, от мыслей, может быть, еще, но среднестатистически весит где-то килограмм 5. Представьте, насколько мы увеличиваем нагрузку, просто наклонив голову. Сколько времени в день вы сидите в таком положении? А шея – это артерии головного мозга, это вообще наша жизнь. Если тут что-то мы защемляем, то как бы мы тут что-то ни делали, как бы мы будем себя чувствовать не очень хорошо. Ну, Некомфортно, и это так? не очень красиво, правда? Ну так, 100%. Ну, тобто, мова про похудіння не йде. От багато жінок цікавиться пілатесом, чи ні? Чи це все одно навантаження, це все одно для організму зміни якісь, Конечно, так? это достаточно серьезно. Нагрузка, я еще раз повторюсь, есть и реабилитационная, то есть базовый уровень, или как в моей студии пре-пилатес, это нагрузка, которая балансирует кости, выравнивает вас, понимаете, где находятся ваши конечности, как они взаимосвязаны. Это одно, но это пре-пилатес, это подготовка. В дальнейшем это достаточно серьезная атлетичная нагрузка, и вы бонусом получаете длинные мышцы, красивое тело. Вы никогда не накачаетесь, то, чего вы не сделаете, это вы не сделаете большие такие фактурные
мышцы, потому что мы здесь постоянно их вытягиваем, удлиняем, и это единственное то, что вы не сможете получить с помощью пилатес. Запитание от глядачки, что я почувствую уже после первого занятия? Почувствую ли я, что меняется мое тело? Что мы скажем? Ну, я скажу, что, конечно, почувствуют, но всегда на такие вопросы мне хочется ответить, знаете, наша вера в чудесную таблетку или в один раз, или в чудесную мазь настолько велика, конечно, один раз даст какое-то понимание, ощущение в теле однозначно. Например, после тяжелого дня, кто приходит на занятия пилатесом, то после тренировки чувствует себя бодрее, свежее, вы можете еще продолжить свой трудовой или там личный день в гораздо более комфортном состоянии, чем вы были до этого. Это однозначно. Сам Джозеф говорил, что 10 занятий уже меняют ваше тело. Вы можете попробовать. Да, испытать на себе, да, говорят, на личном опыте. Но все-таки пилатес, говорится, это реабилитационная система. Есть ли какие-то противопоказания? Все-таки? Это не совсем, он используется как реабилитационный. Это очень широкий метод, он очень гармоничен в плане взаимодействия ума, тела и разума. То есть это такая система, которая отличается от йоги в плане каких-то там ментальных, мы никуда вот, в космос. Да, очень хороший вопрос, да, потому что Джозеф Пилатес, он же очень много упражнений из йоги взял в Пилатес, он все-таки вот отличие. Вот, ну, дело в том, что он их очень переработал, потому что в свое время он попал в один из лагерей, это была Первая мировая война, и он как представитель Германии, он был немцем, и он попал в лагерь, и он там был предоставлен, как раз у него была возможность развивать свой метод, то есть у него уже были какие-то наработки, и вот те года, которые он провел там, он использовал, смотрел, как меняется тело, он помогал людям, в общем, и поэтому говорить, утверждать, что это именно реабилитация, я бы не стала. Это метод, который достаточно гармоничен в плане всего. Более того, пилатес дает уравновешенное состояние духа и души, потому что в наше время, вы понимаете, очень сложно оставаться спокойным. Вот, пилатес помогает нам оставаться здоровее во многих планах, и физическом, и духовном, моральном. То есть это такое соединение тела, разума, духа. То есть... Колоссальное отличие от йоги тем, что мы не открываем третий глаз, мы не в какие-то миры тонкие, мы изучаем свое тело, мы совершенно ничего не знаем про свое тело, на самом деле мы им пользуемся, вот я же говорю, как данностью и все. Угу. Чуть больше внимания, оно очень благодарно, оно начинает раскрываться и отвечать вам взаимностью. Начинать нужно заниматься с тренером, потому что сейчас очень много YouTube-методик, вот как быть в этой ситуации. Да, вы правы, это очень хороший вопрос, спасибо, потому что действительно и методик, и журналов. Дело в том, что не существует единой программы для всех, каждое тело абсолютно индивидуально. Поэтому если вы решили для себя открыть пилатес, хотя бы для начала вам обязательно нужен тренер. Он должен увидеть ваше тело, ваши личные какие-то изменения в теле и посоветовать подобрать вам программу. Если вы уже освоили свою программу, и вы можете заниматься ей ежедневно. Более того, тренер, если это именно пилатес, и инструктор квалифицированный, им, как правило, дает еще домашнее задание. Которое нужно выполнять дома или вот сидя на рабочем месте. Юлия, ну я не могу же просто так вас отпустить, вы же понимаете. Покажите нам какие-то упражнения, которые помогут, которые вот легко выполнить можно, к примеру, на рабочем месте. Ну вот, чтобы иметь представление, что все-таки такое пилатес. Ну, я думаю, что сейчас именно о самом пилатесе будет не очень понятно из этих упражнений. Мне бы хотелось вот в контексте того, что мы говорили о сидячем образе жизни, обо всем остальном, о положении головы. Наблюдайте, пожалуйста, за собой и своими близкими. Как правило, женщины, вот, например, вы сейчас на меня смотрите, и у вас голова повернута вот так. Да. Женщина как овчарка, у них лично голова в какой-то сторону. Вот, сравните меня сейчас. Это шутка. На самом деле, мы все как-то носим свою голову вот где-то здесь. Это очень неправильно. Это огромная нагрузка на позвоночник. Это потемнение в глазах при резком движении. Это головные боли. Человек бесконечно пьет таблетки, а проблема здесь. Угу. Знаете, если палец защемить в двери, с той стороны его мазать зеленкой, накладывать гипс, что-то из них. Вот именно, нужно достать палец. Так же и здесь. Положение головы, я уже говорила. Я сейчас вас перебью. Значит, всі, хто зараз поряд з екраном, давайте разом з нами робити цю вправу, думаю, що легку для того, совершенно легкую, вы однозначно с ней сталкивались, да. Значит, сидя за рабочим столом или сидя на диване, как мы сейчас, вы, как правило, сидите, проваливая спину. Так. Дело в том, что это для всей спины не очень хорошо,
для внутренних органов. У нас с вами внизу есть тазовые кости, на которых мы должны сидеть. Удлиниться, вытолкнуть голову вверх. И вы почувствуете внутри себя ось. Вот представьте, что голова – это чупа-чупс на палочке. И поверните голову в одну и в другую сторону. Так, еще. Да, в другую сторону. И вот... Да, как раз вы подбородок поднимаете вверх. То есть это должна быть одна ось. Любое движение вот так, ну я стрирую просто, чтобы было понятно, о чем я говорю, или вот так, это достаточно большая нагрузка, которая вам не нужна. То есть мы не имеем навыка нормально пользоваться своим телом. Упражнение состоит в следующем. Вы опускаете голову вниз и без усилий просто кивнуть головой, да. Не напрягая, просто расслабить. У вас будет приятное ощущение вытяжения по задней поверхности вашей спины и шеи. Затем отсюда вы поднимаете голову вверх и делаете, начинаете с маленького поворота в одну и в другую сторону, и еще в одну и в другую сторону. Затем опускаете голову снова вниз, поднимаете вверх и представляете, что сзади вас вот здесь есть некая опора. И вы толкаете эту опору назад. То есть толкать. Назад. Отпечаток штамп затылка сзади. Вот это движение, вот этот маленький комплекс, желательно делать постоянно, когда вы сидите за компьютером. Через каждые минут 15-20, если вы сидите там сутками. Если это рабочий день, то 45 минут и минимальная зарядка вернет нормальное состояние вашей шеи. Более того, у нас в студии есть вот такие чудные, у нас много различных инвентаря, которая поможет вам понять, как вы устроены и как правильно двигаться. Вот такое чудное изобретение. Есть такой преподаватель мировой известности Кати Кори, это ее патент, это ее изобретение. У нас в Николаеве единственных есть это чудо-предмет. Казалось бы, вот такой кусок ленты, что он может помочь. Интересно очень, да, что он нам даст. Если мы просто его держим, вы видите, что это работа мышц. Если мы расталкиваем, то мышцы уже ни при чем, это работа костей. Вот отсюда построено много движений, более того, вы можете расположить в положении, например, лежа на спине, приподнять голову и повиснуть на ленте, расслабить шею. Это расслабляет, наверное, конечно. Я сегодня очень много сталкиваюсь с людьми, которые занимаются... активными видами спорта, это очень здорово, я ни в коем случае не против, просто чтобы это делали верно, и у людей болит шея, они делают все время вот так, потому что качают пресс, выламывают себе руками голову. Да. Если есть такая проблема, и после тренировок у вас болит шея, я вас приглашаю, мы просто этот момент разберем, у нас обязательно будет возможность разобрать и в студии, как правильно двигать головой. Хорошо, спасибо вам большое. Сколько всего еще не познано. Оставайтесь здоровыми, выполняйте то упражнение, которое вам показала Юля, для того, чтобы с шеей было все в порядке, и чтобы мы сидели правильно. Спасибо вам, Юлія Жданюк, професійний тренер з пілатесу, була в нас в гостях. Ми ще обов'язково зустрінемося в нашій студії, а наш прямий ефір триває. Гарного вам ранку і здорового ранку. Дякую.